Всем здорово! Вы смотрите новое видео на канале Владос. И сегодня мы затронем такую тему, как травмы в скейтбординге. Какие травмы? Мы сегодня должны снимать ТикТок реакции. Ты шо? Нет, мы сегодня снимаем Инстаграм. Ладно, ладно. Давай как? Отложим подголовники войны и будем снимать лайк. Ты ведь туда так давно не заходил. Несколько лет, наверное. Ну, мне кажется, реально. Время. Но лайк это очень жестко. Ты ж понимаешь, чем это закончится? Дизлайками. Определенно. Ну смотрите, друзья, присаживайтесь поудобнее. Но только мы вместе смотрим. Ну, конечно, я конечно. Не буду. Я не вывезу сам тоже. Вы тоже. Вы смотрите это до конца вместе с нами. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Приятного аппетита. Не подавитесь, потому что, ну реально, там сейчас будет очень жесткий контент, скорее всего. Я не представляю. Я реально не заходил туда несколько лет, а Серега так вообще никогда. Я, ну, не дурак. Вот. Поэтому поехали. Раз баба. А давно скейт это машина? Ну, походу, да. Но Мерс или БМВ? Баба. Баба. Солидарен. Дальше больше, друзья. Это только начало. Это вот первый видос в рекомендации. Буквально. О, Зухер Давид. Смоли инвар. Свич хард. Фейки халф капфир. Здесь есть скейтбординг. Но это от Зухера Давида. Спасибо ему огромное. Мне кажется, вот он посмотрел такой. Спасибо. Ну хоть кто-то должен спасти это приложение. Но его уже никак не спасти. Потому что вы увидите скейтбординг, который здесь будет дальше, и вы, наверное, все поймете. Не, ну хотя за несколько лет, может, все реально поменялось. Я может, считаю. Я просто до сих пор в прошлом. Ой. Давай, давай, добирай! Скейтерша, скейтбординг. Скейтерша? Это скейтерша. Скейтерша? Это скейтерша, хэштег скейтерша. И она почти сделала кикфлип, это молодец. И причем она не просто во флоту, а запрыгивала на рампу. Нормально, нормально. Да. О, мое любимое. Это жестко. Это понравилось 136 людям. То есть они такие, вау! Потрясающе. Мы будем рекомендовать вам видео на основе ваших... Серега, что ты сделал? Почему я это лайкнул? И все, теперь под нитру скейты будут. О! Сколько в мире больных? О! Пошла! Это приложение не изменилось. Оно такое, как раньше. Едет девочка на пенниборде под грустную музыку. Dead Inside. А мы стоим, даже без грустной музыки, смотрим на то, как девочка едет на пенниборде. Но, кстати, контент тут нормально собирается. Очень страшно. Очень страшно. Очень страшно. Сильный даунхилл. Любимый мой скейт. Это что, снимали в коронавирус? Блин, тип хотел нормально покататься. Вот прикиньте, насколько жестко было во время коронавируса. Он хотел покататься, трюканов поснимать. А тут, получается, сидишь дома. Надеваешь маску даже дома. Даже дома. И вместо катания, чтобы ну, соседей снизу не тревожить, ты, блин, танцуешь, стоит чтобы хоть как-то оставаться в тренде. Это скейт, просто ужас. Скейт. Я же скейтер, я скейтер. И буду немного анонимным, потому что все-таки как бы в маске. А ну, кстати, что там будет дальше? Вот, собственно, и все. Почитаем комментарии. Я не могу придумать имя, я не хочу никого обижать. Сори за спам, еще друга, не подругу, 11-14 лет. Будем играть в Roblox по ЗВ, нужен ты. Ага. Пишите. У меня такой же скейт, Winston X-Style в моем кармане, Эльвира. Подпишись на мой ТГ. Ребят, наши комментарии свежее моего хлеба. Я бы назвала Ульяна, очень нравится это имя, а ты красивая. Ксюша, Саша, Ульяна, Позерша. Я тебя не знаю, так что Настя, Саша, Уля, Ксюша. А какое имя вы бы дали? Напишите в комментариях.
Потому что это эрор. А почему там вообще сердечко и черника нарисовано? Неважно, это забудь. Все, понял. Черт, это прекрасно. Это лучший контент. Это прям гениально, это красавцы. Блин, у всех есть такой дрём. Да великолепно. Дрём, скоро снимаем подобный жорст, мне кажется. Да я ж так каждый раз снимаю. Думает, он снимает его. Да. Сегодня у нашей курочки Агаты день рождения, поэтому мы приготовим для нее праздничный стол. Нам понадобится сковородочка. Немножечко муки. Наливаем чуть водички. Перемешиваем. Чуть-чуть травички. Секретный ингредиент. Взбиваем. Приступаем к напитку. Наливаем водичку. Наливаем водичку. Добавляем заварку. Ждем, пока заварится. Наливаем в чашечку. Кушать подано. Идем кормить. На ужин Агата позвала с собой друзей. Давайте все дружно поздравим ее в комментарии. Ты повар, как ты это объяснишь? Я не то, что объясню как повар, я просто, из рекомендаций посмотрел вот эту вот дичь, вот сверху вот эти мальчики, я посмотрел, потому что думал, ух ты, японцы про скейтбординг что-то прикольное, наверное, сделали, думаю, какой рейтинг хороший, посмотрю. Я в целом мем понял, тут просто персонаж этот дебильный. Я ничего не понял, простите меня, прям реально, я стою и у меня ошибка. Я просто смотрю, я не могу понять, куда сфокусироваться. Я слышу эту озвучку. Все на центре. Жестко. Там одно, там другое, там третье. В центре лестница, там что-то, перевороты. Жестко. Продолжаем. Ну, если хотите кулинарное видео, пишите. Как готовят скейтеры? Мы что-то... Снимем. Мы ляпнем, нормально. Определенно. Дабл флип. Всем спасибо. Я счастлив. Я теперь сам. Тут есть трюки. Слава богу. Но на один трюк 500 видосов со скейт бесконечность. Да, да. И бесконечные видосы. Бесконечные видосы. Скейт бесконечность. Странно. Блин, скейт бесконечность походу проспонсировала это приложение. Маленьких девочек с музыкальными мальчиками как она проспонсировала. Прикольно. Это мощно. Вот что кот катается на скейте, это прям необычно. Потому что я думал, что они прям не поедут, будут очковать. Кот хасанит под фонг, ты о чем? А, точно. Это просто вопрос. Ты любишь кататься на скейте? Какого? Представим, что это просто вопрос. Да? Ты любишь кататься на скейте? Да. Я тоже. Хорошо. А вы? А при чем здесь эта срань? Это не важно. Скейтбординг это просто очень узкая ниша. Надо чем-то зарабатывать и, на жизнь. Да, и для того, чтобы привлечь аудиторию, нужно что-то не из скейтбординга. Она добавила дракона или он. И задала вопрос, а вы любите кататься на скейте, помимо драконов? Это гениально. Да ладно, нет, ну... Мы в окошко, бывайте. Это просто вау. Это вверх. Мне кажется, это специально сделал человек, который увидел мои видосы с реакцией на вот это вот все, и он такой, блин, я понял, надо, чтобы Владос сошел с ума окончательно. Сделаю-ка я вот этот самый классный трюк пальцами на фингерборде. Я считаю, это уровень большой, и мы еще к нему не пришли, чтобы снимать такое видео. Это очень красиво. Это просто супер очень красиво. Даже классно. Но после того, как я увидел вот этот трюк с фингербордом, я не могу на вот это уже реагировать. Я еще там. Тебе кажется, сейчас появится рука вот так. Да, просто неожиданно. Оп, кажется. Через него бум. Я подарил своей сестре на день рождения скейт. Сейчас мы будем ее учить кататься. Ты какой раз стоишь на скейте? На этом второй. Помню, ты мне с художкой собирал, на скейт ставил, водил меня за ручку. Это считается? Погнали Олю учиться. Сначала научиться делать так. Оп, оп. Ты корпус параллельно скейт. Давай. Ножка так. Щик.
Вот встань на заднюю ногу. Во, и потом на переднюю прям. Носком прям до конца. Ага, не больше не скорость соединяет. Поздравляю. Вы видели, блин, она сделала. Еще, давай. Хроо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 
Да! Чуть-чуть хода добавим. Что-то проскользить решил. Ну? Да. Куда? Хорош. Вы видели, блин, она сделала? Молодец, она сделала. Вы видели, она сделала? Видели, она сделала. Ну это красиво. Ну это плата металлическая. Самокат! О, ну. Смотри, какой крутой скейт-парк. Ты парк офигенный. Да. Прикинь, разогна, это ж разгон какой есть туда прям. Люто. Но тут игра приостановлена, а у нас, как только в пуле появляется вода, сразу же игра только начинается. Только начинается. И все, да, дети врываются туда, и начинаются голодные игры в пуле. Ты цыбач? Сэм, видел эффекты? Как тебе такое? Что скажешь? Это лайк, вот. Чё? Могли на скейте сейчас нормально поставил кататься. Лайк. Где при чем тут скейт? Тут хэштег скейт первый. Первый. Ну, я в инстаграме, когда видосы вылаживаю с BMX-ом, я туда пишу хэштег стант. Это вот эти моменты. Это так работает? Чуваки на мопедах вот это на задних колесах ездят и смотрят. Ну, у тебя хотя бы логика есть, а тут пара... А, типа законы физики. Я просто их троллю. Ну, здесь законы физики не в силах раскрыть принципы нашего притяжения. А что там еще за хэштеги? Не собарит, хэсу в реки, танцы популяр. Пуполар, точнее. Носу. Катаюсь за пуполар. Это выкинь такой. А, это за пуполар. А, это за фринт, это за пуполар. О, это лютый монтаж. И вот на этом моменте мы уже все закончили и принесли скейт в подъезд. Запах, конечно, был сильнейшей краски, но это стоило того. Только посмотрите, как... На мое состояние в этот момент оно стоило того. Гламур. Ладно, хватит песен. Короче, скейт-бомба, а вот руки в полные... Ну, вы поняли. А вот это чудо, когда высохло. Я очень рада, всех люблю. Давай баллоном зальем, потом... Вот так вот в падике будем... Принесли скейт в подъезд и... Если вы видите пластиковый скейт, вероятнее всего это пенниборд. Покрашен из баллона после подъезда. Ну, неплохо. Слушайте, прям молодец. Фейки трешка почти всажена, хил на месте всажен. Ну, да, да. На этом все. Баланс во вселенной. Блин, я так смотивировался, мне теперь так хочется поехать покататься. Мне хэштеги нравятся. Это видос скейт-мотивация. Посмотри на хэштеги, посмотри. Скейт, подруги, рекомендации. Нижнекамск, ну понятно. Там, ну что, скейт-парков нет, что ли? Или спотов и досок? А, это скейт-парк. Вот есть и доски, и скейт-парк. Ну прикольно, там скейт-хореография. Блин, а давай Инстаграме... танцевать на скейт. Да, мы ж видели нижнего брейкдэнсера, вот он танцевал со скейтом, а эти вот так. То есть, короче, походу тоже с Нижнекамска. Все болезненно. Там у вас все такие крутые, да?
Это как мультики B-Movie. Зубной щеткой делаем все. Пишите дружеский комментарий, если я хейтер. Они эти видео с ТикТока заливают, походу, или что? Почему они обрезаны все? А это типа, понял, наверное, стиль. Ну, у них там детский стиль? Монтаж. А. В общем. В общем. В общем, примерно вот так мы будем реагировать на это видео. Нормальный стиль, не, лучше вот так вот. Но скейт жесткий, кстати, типа, вот, ну, размером плюс-минус, ну, как ладошка. Ну, там подвески пластиковые ломаются. Mm-hmm. Ну, и подшипников нет, но мы реагировали на скейт. Ой, реагировали, господи, мне уже плохо. Мы снимали видос в скейте супермаркета, где был подобный скейт, и это ужас. Типа, ты стал на него, все, подвесок больше нет. Просто будьте в курсе. Поэтому оно на него не становится, а снимая с ним контент. Чтобы монетизировать и заработать на скейт получше. Наверное, конечно, вот так. Ну, друзья, всем спасибо, это ТикТок. Ой, блядь, это даже не ТикТок, это лайк. Вот! Вот до чего довело это ваше телевидение. Я проебал все, я проебал всех. Это я после этого видео. Это рекорд, это просто сильно. Три кадра сразу. У меня такая идея появилась для шорца. Мы стоим вот так. Мы делаем пародии на видосы детские с лайка. Если бы ты не случился, сердце билось бы благополучно. Но это ведь как у других, это значит, что было бы очень скучно. Если бы ты не появился, у меня были бы целые руки, у меня были бы целые ноги. Деньги но были бы, скорее и деньги были бы, да, но да. Я катаюсь на скейте, и поэтому я здесь жив. Благодаря тебе у меня болят ноги и руки, но у нас с тобой никогда не будет разлуки. Несмотря на то, что у меня все болит, ты для меня навсегда как гастрит. Гастрита у меня нет, если что, это просто случайная рифма. Жестко. Зато у меня есть. Спасибо, скейтбординг, за... Чувствовал просто рядом. Я понял, как этот контент рождается. Дети наказаны, они не могут поехать покататься, да. И они снимают, ну, передают вот свою грусть, жалость, типа, вот с этим вот контентом. Вот, видите, я дома, вот мой скейт, я не могу на нем покататься, помогите мне. Это я понял, это тренд. Это просто тренд. Тренд. Это тренд по моей свой пенниборд, я понял. Хороший тренд. Это вал. Чё? Тип отыграл самокат. Ну да, 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 сам по себе. Чтобы уничтожить самокатера, нужно думать как самокатер. Друзья, не заходите в приложение лайк. Не надо, пошли. Мы это, как видите, делаем прекрасно за вас. 1000 лайков, и мы снимем вторую часть. С антидепрессантами. Поэтому, пожалуйста, не надо. С антидепрессантами, само собой. Потому что сегодня мы вот что-то не подумали это... о них. Мы могли бы все-таки и воспользоваться. Но ничему жизнь не учит. Серега, прости, что я тебя втолкнул в это все. Да что ж поделаешь. Я реально верил, что за три года что-то изменилось. Но вот. Но в начале, кстати, реально оно подавало. Оно прикармливает, я понял. Оно как казино. Сначала оп, а потом да. Всем спасибо за то, что вы реально с нами продержались до конца. Это очень трудный челлендж посмотреть вот подобное видео. Серьезно. Потому что на это реагировать хочется просто никак. И поэтому в ближайшее время уже ожидайте нормальный контент. Всем пока. Ставьте класс.